Добрый вечер. Добрый вечер. Вот. Приятно смотреть, что кто-то к нам нарядным приходит. Спасибо. Как вас зовут? Александра. Пожалуйста, приступайте. Желаем вам удачи. Спасибо. Всегда внезапным был таким. Знаю, ничего мне не осталось. Идут часы, идут. Мое сердце разрывается от боли. Идут часы, идут. Неужели расставаться моя доля? Часы идут, я закрою без тебя мою страницу. Я навек тебе готова покориться. И пусть часы опять для нас идут. Скажите, а вы сами выбирали песню себе? Да. А вы занимаетесь вокалом? Да. Давно? Ну, со школы. Со школы? Это мы же знаем, когда вы в школу пошли. Это же понятно для нас, очевидная вещь. Может, это было в том году? Ну, более усердно я начала заниматься 3 года назад. Мне кажется, что ваш преподаватель по вокалу должен был вас отговорить от выбора этой песни. Или преподаватель по вокалу не знает? Знает. Потому что вашего диапазона недостаточно для нее. Вы низкие ноты, просто вы их не можете пропеть. Но зато какое платье! И никаких кроссовок. Зато хотя бы в одной платье. Да, ни кроссовок, ни джинсы, это уже здорово. Уже 90% вариантов, 90% ну, формулируй. Попадание в полуфинал, правильно ведь? Платье, да? Платье, конечно. Ну, в проекте выходит, «Поющие города». Выходят девчонки, вам не нравится, что они не в платьях. В финал? Может быть, да, по платьям финал, да? По платьям, правильно. Хорошо, ну, кроме платья какие-то плюсы были еще? За что зацепиться? Как? На что нам? Для меня лично нет, абсолютно. Эдуард Семенович, вообще к сожалению, ничего. Хотя девочка вроде талантливая, талантливая. Но что-то не то пела, понимаете? Анастасия, и что вы скажете? А мне вот хотелось чуть-чуть еще буквально вот кусочек фонограммы добавить. Ну, тогда, когда пела. В предыдущую когда песню? Когда пела, да, может быть. Что-то когда вот пела? Мне не хватило дослушать немножко. Хотелось еще дослушать. Послушать. Ну, это да. Как недопитый бокал, да? Ну, чуть-чуть да. Не допил, чуть-чуть не доел. Чуть-чуть не допел. Хотелось мне еще послушать, я не знаю, почему. Что-то вот такое в ней было. Нет, все. Зацепило меня что-то. Ну, что-то так, грустная песня, она так на всех, на такой минорный лад настроила, да, немножко. И Андрей вообще, по-моему, на один глаз заснул. Да вы уж и не просыпайтесь. Я вообще спиной к вам сижу. А он то спит, то ругается, поэтому все равно. Я вообще предлагаю, может быть, отпустим уже девушку. Спасибо вам огромное. Давайте девушку отпустим, чтобы не снялось такая.